Ну с плюсом же, что делать-то? Ну плюс, потому что мы используем Viber, чтобы избежать переадресации по вашему оператору сотовой связи. Слава богу. Слава богу. Это вы точно не мошенник? А почему вы считаете, что я мошенник? Он что-либо запрашивал или, не знаю, просил вас CVV-код на обороте карты, сроки действия карты. Вы не будете меня это спрашивать? Ну, разумеется, мне в этом нет необходимости. Слава богу. Что надо делать? Куда бежать? Сбербанк? Да. Нужно сейчас пройти видеоверификацию, подключить вам робота, обновить вам систему безопасности, чтобы больше не сталкивались с подобными действиями. Как вы к этому относитесь? Я, наверное, в Сбербанк пойду схожу, надо видеоверификацию сделать, да, видео? Да, и мы можем сейчас вам направить видеозвонок от нашей роботизированной системы, подтвердим вашу личность. Ничего себе, это нанотехнологии, да? 21-го года еще используем Face ID. Face ID? Ну, аналог Face ID, проще говоря. Ага. Это все по телефону сейчас можно это все делать. А что вообще повод-то какой был? Что надо делать-то? Кредит надо взять? Говорю, необходимо, нет, зачем вам брать кредит? Нам необходимо подтвердить вашу личность, то есть перевести вас на видеозвонок с использованием робота. Проведем диагностику, отменим заявку. Все. Так я, может, в личном кабинете отменю? Ну как вы сможете отменить заявку, которая сейчас на этапе зачисления? Уже зачисляют? А сколько денег? 300 тысяч. 300? А кто хочет зачислить? Может, это жена у меня кредит берет? Ну, это же ваш личный кабинет, вам виднее. Я могу это в личном кабинете-то посмотреть? Когда заявка будет зачислена, то есть выполнится операция, у вас отобразится списание. Пока что еще не отображается, потому что банк из-за подозрительных действий удерживает заявку. Можем сейчас зачислить, хотите? Конечно. Хорошо. Я хочу посмотреть... Насчет Ерошина Александра Николаевича, верно указано? Так, Ерошин. А город какой? А вы Павел Викторович? Да, конечно. Ерошин. Это двоюродный брат, может, у меня? Павел Викторович Ерошин Александр Николаевич? Интересно, у вас братья даже... Так двоюродный же, говорю же. Двоюродный. Вы знаете, как это получается, двоюродный брат хотя бы? Ну, каким образом он вам так, двоюродный? Так, скажите, как получается двоюродный брат? Как получается? Вы знаете, как получается двоюродный брат?